приехали подстригаться. Вон Лариса стоит. Что-то купить хочет явно. Ничего я не хочу купить, я тебя поджидаю. Это, слушай, я вышла опрометчиво. Холодно на улице. Привет всем. Всем привет. Такая пирукарня. По-украински. Ты сюда? Иди сюда. А денег не дашь? Ну, естественно. Сиди. О, а то нету. Здрасте. Спасибо. Да? Нет. Мался, не постригайся. А сколько стрижка стоит? Красиво. Красиво. С боков и сзади потом же делаем, да? Главное, чтобы на лысо его не подстригать. Ага, и ага. Я не знаю, любит вообще покороче, да? Фарфика, такая вот красавчик. Спасибо. Зайдем посмотрим, где тут Ларису подстригают. Здрасте. Подожди меня, сейчас накрасит. Вышел на крыльцо парикмахерской. Это у нас центр города считается. Там флагман торговый. Центр, все центр у нас. Это улица 22-го партсъезда. Туда, вот куда я показываю, это завод АВЗ. Бабушки торгуют возле магазина. Пойдем посмотрим. И еще малина находит. А вот это, наверное, центральный перекресток города. Железнодорожный вокзал, церковь. Вот такой вот гарант-магазин. Ну ты будешь это ставить, да? А че? Ну да, ты пора высосал.
Слушай, может, ты сходишь, оплатишь этот... Воду. На английский. Воду, мусор. Здесь вот на почте воду, мусор. Воду ты научился дома. Дома добиваться. Что, никак не доплачу. Да, мусор заплатишь здесь. Ну что, говори. Ну, ты... И за английский сходишь, заплатишь. Или ты не хочешь так далеко идти? А что, схожу? Так, сейчас я посмотрю, сколько за английский. Я наличный тебе, да? Угу. Еще ставлю. Прогуляемся по центральной улице, Октябрьская. Покупала, пауч кормила. Видимо, за все лето ни разу не убирались.
Рассчитался я за уроки английского, так как мы прекратили уже заниматься. Вот. Немножко со временем туго. Ну, рассчитался. Теперь иду домой. Ой, домой. К Ларисе. Зайду, заплачу за воду. Ну вот, ребята, за мусор заплатил. Во. Иду к Ларисе. Лариса. Я сама ее не знаю. Зашел, Лариса убежала. Голову, наверное, мыть. Привет. Ты долго еще, милая? Ну, еще не быстро. Слушай, сходи к Тане Смирновой. Забери куртку. Ты ей позвони. Да звонила, но трубку кто-то не берет. А значит, ее нет там? Да, ну, я не могу. Вот это старинное кресло подстригальное. Смотрите, кресло с моего детства. Ну-ка. Сядем. Вот так вот. Да, какое кресло. Этому креслу лет 50 уже. Сейчас Лариса наведет прическу. Тут все заглядывают. Соседний зал мужской. Заманивает мужиков подстригать. Короче, Лариса наведет прическу и будет очень красивая на видео. Ну что, привет, красотка. Привет. Вот такая у нас сегодня Лариса. Да, все рады, и я чуть-чуть. Слушай, яблочки не надо? Я хочу брошек. Мне нужно, если чтобы их вырезала, чтобы килограмм остался. Сколько мне надо? Килограмм 200? Килограмм 300. Сколько? Мне нужно красивые штуки. Вы же на варенье. А кому что же? Мне нужно видео показать. А почем у вас чернослив? 75-60. 95-60. Вот, накупили для видосов. Ой, какая красавица. Олеж какой обалденный. Покупай, коль богат. Я не хочу чистить. Понятно. Вот Лариса взяла груши, сегодня будет делать. Что ты груши будешь делать? Мне надо еще мак купить. Варенье надо показать. Варенье с груш, представляете? Пришли. Принесли. Закупки наши. Томат-то я не купила. Ну вот, вернулась и Лариса. Мне нужен мак обязательно.